Всем знакам зодиака 18 октября стоит быть готовыми к встрече как с вдохновением, так и с препятствиями. Овны. Настраивайтесь на продуктивную работу с самого утра. Повышенный уровень энергии и позитивный настрой помогут справиться со многими сложными делами. Однако звезды советуют не забывать об отдыхе и следить за самочувствием. Накопленный за день стресс хорошо снять вечерней тренировкой. Тельцы. Не теряйте времени на раздумья. 18 октября все решения вы должны принимать быстро, интуитивно. Будьте уверены в своих силах, удача на вашей стороне. Также день подходит для завершения отложенных дел и выполнения обещаний. Вечером подумайте о будущем, наметьте новые цели. Близнецы, вас ждет удачный день, когда вам удастся реализовать свои планы и продвинуть вперед старое и сложное дело. Хорошее время для укрепления личных отношений, выяснения спорных вопросов и поиска компромиссов. Накопившиеся домашние дела потребуют много времени, постарайтесь их закончить. Раки, вам придется с самого утра включаться в рабочий ритм и решать сложные вопросы. Не спешите, не теряйте концентрацию внимания, иначе ошибок не избежать. Ваши планы могут поменяться, и важно прислушиваться к своей интуиции, чтобы выбрать правильное решение. Не начинайте ничего нового. Львы, если вам предстоит какая-то сложная работа, назначайте ее на первую половину дня. Утром 18 октября ваша энергия на высоком уровне, и вы можете с легкостью решать серьезные вопросы. Полезно внести небольшие изменения в свою внешность, сделать новую стрижку, купить желанную обновку. Девы, у вас впереди день сложный и ответственный. Вам придется продемонстрировать все свои деловые качества и высокую работоспособность, чтобы справиться с тем объемом работы, который вас ждет. Кроме того, будут возникать неожиданные проблемы, поэтому не стоит планировать ничего важного. Весы, приготовьтесь быть в центре внимания и высказывать свое мнение по разным вопросам. Проявляйте такт и дружелюбие, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Дела, где нужно проявить творческий подход, будут даваться лучше всего. К вечеру желательно уменьшить свою активность и расслабиться. Скорпионы, 18 октября ваши действия и решения будут иметь последствия. Поэтому, что бы вы ни предпринимали, прислушивайтесь к интуиции, не совершайте ошибок. Встречи и переговоры пройдут успешно. Вам по силам склонить на свою сторону нужных людей и заручиться их поддержкой. Стрельцы, используйте удачные обстоятельства с пользой для себя. Не упускайте выгодные шансы, которые вам приготовила судьба. Ошибок можно избежать, если двигаться медленно, шаг за шагом, просчитывая последствия. Ваши близкие поддержат вас в любой ситуации, не стесняйтесь обращаться к ним за помощью. Козероги, первая половина вашего нового дня будет напряженной и нервной. Вы должны будете решить множество сложных задач и неожиданных проблем. Звезды предупреждают, что вам лучше заниматься работой в одиночку, чтобы быть уверенными в правильности своих действий и не отвлекаться на разговоры. Водолеи, большинство предложений, сделанных вам, будут выгодными и над ними стоит подумать. Общаться вам сложно, окружающие постоянно спорят и не принимают вашу точку зрения. Поэтому, чтобы сохранить дорогие вам отношения, будьте сдержаннее, больше уступайте партнеру. Рыбы, для вас наступает удачное время для решения сложных или ранее отложенных проблем. Приступайте к работе с утра пораньше и начните с самого трудного вопроса. Посторонние разговоры отнимут много драгоценного времени, поэтому ограничьте контакты и сосредоточьтесь на своих обязанностях. Всем знакам зодиака звезды рекомендуют 18 октября избегать гонки за материальными благами. Они могут отвлечь от более важных вещей – духовного развития и внутреннего спокойствия. Звезды знают, что говорят.